В образовательном центре «Флагман» прошла игра «Домовой». Провел ее директор учреждения, член политсовета Одинцовского отделения партии «Единая Россия» Алексей Поляков. Основная цель игры – дать школьникам знания о том, что такое жилищно-коммунальные услуги, из чего они состоят и как рассчитывается размер платы за них. Игра разработана для старшеклассников, рассчитана на 2 урока. Сначала ученикам дают теоретические знания, а уже потом в игровой форме проверяют, насколько хорошо ребята их усвоили.